Спасская башня Казанского Кремля. Часы бьют каждый час. Вот эти вот белые стены, написано, что это пещерка Преображенского монастыря. Где она, сама пещерка, непонятно. Но все равно красиво. Так, здесь какая-то выставка на книги, для книг. Книжная выставка. А, это выставка «О Толстом без Толстого» называется. В Казанском Кремле. Такие башни сторожевые. Кремлевские стены с бойницами. Там поверху когда-нибудь можно будет ходить, наверное. Пока еще ходить там не разрешают. Другая часть на реставрации. Так вот, Казанский Кремль, территория очень красивая, очень. Гулять здесь можно целыми днями, и не один день. Множество музеев, множество выставок.